Всем привет, мои дорогие, с вами Кононова Аня, и тут куча новинок, не новинок, что-то по распродаже, что-то нет, чем-то запаслась. Самым необходимым то, что мне очень-очень хотелось, чтобы у меня было всегда, даже если в связи с кризисом, да, и с новыми логистическими маршрутами, чтобы у меня не закончилось. Ну что ж, давайте, поехалите. Это, конечно, вот эти салфетки, они мощные, они классные, я их обожаю. Артикул 202-123, обожаю давно, взяла около 20 штук. Дальше, новинка, Lovely Moments. С покупки этого 50 рублей идет на... Да, то есть мы жертвуем 50 рублей с каждой покупочки приюта с собачками. И, конечно же, я все купила, я все взяла. Это прям супер-супер. В таком щелкунчике в пакетике, да, чтобы ничего не разбилось. Тарелочка классная. Тут логотип Faberlic, Lovely Moments. Очень качественная, гладкая, прям хорошая. Сверху вот этот рисуночек чуть-чуть шероховый, покрашенный. Вот буду запускать посудомойки. Не знаю, насколько его хватит, но ручками мы уже отучились мыть. Так, это у нас просто тут пленочка, да, это просто пленочка, мало ли что там на камеру видно, да, артикул 910-380, и размер у нее идет 20,5 сантиметров, и материал чистый фарфор, ребята, а тарелка коллекции Lovely Moments, верные друзья, очень классная, клевая тарелочка. Далее, вот такая тарелочка еще у нас пришла. Ну, это просто отпад, вы посмотрите. Я не знаю. Я думала, ой, Вика будет из такой кушать. Потом я подумала, что я Вике такую не дам. Она там зависнет, начнет рассматривать, как свои штаны, и ничего не поест. Ну, посмотрим ее реакцию. Ну, вы посмотрите, какая красота, да? Вот как раз детская порция супика или взрослая порция, там, например, кашки, да? Отлично, просто отлично. Тоже приходит в коробочке, пупырка завернута. То есть, это вы можете дарить, кого-то порадуете и плюс добро приюту обеспечите, да, то есть своими вкладами поможете. Добрые дела классно делать. Артикул 910-373, значит, размер верха 14 сантиметров, высота 6 сантиметров, материал фарфор. Очень красиво и здорово, прям великолепно. Да, тоже логотипчик Lovely Moments. Буду показывать все не торопясь. Я думаю, что вы можете легко перемотать. Далее, такое вот зеркало. Очень оно меня удивило. Потому что, ну, во-первых, тут можно вставлять батарейки. Значит, батареек в комплекте нет. Но после того, как вы вставляете батарейки, включаете, тут зажигается свет. Давайте попробуем вставить. Вот, вставили батареечки. Тут такой вот логотипчик Faberlic идет. Пленочку я уже содрала и немножечко обляпала. Ну, ничего страшного, по-моему. Да, то есть вот оно включается, вот оно выключается. Даже как это вам показать-то? Ну, светит нормально так, а так же, как и, в принципе, прошлое зеркало. Далее, что мне понравилось. Тут батареек много. Как вы видите, сверху и снизу нужно батареечки вставлять. Мы сначала ставили только снизу, и у нас не работало. А потом ставили сверху и снизу, и все стало работать. Тут, значит, идет включение-выключение, да? Но, когда вы выключаете... Оно не включается тут, потому что надо нажать вот на эту кнопочку, и тогда включается. Далее, что понравилось? Ну, во-первых, черная не маркая, прикольно, стильно смотрится. Можно его ставить таким образом, а можно перевернуть и ставить таким образом. Вот это тоже прикольно. Далее, у этого зеркала очень интересный функционал. Так, а что, ну, делается, не делается вот так? Сюда, а вот. Прижимается, боюсь сломать новое, да, и самый прикол, тут еще есть такая вот мини-штучка, и, ну, тут тоже уже нет пленочки, я ее содрала, да, как вы видите, ну, тоже надо помыть на присосочках, эти присосочки можно убрать, можно воткнуть обратно, поставить, да, тут они вот на таком вот моменте держатся, то есть сюда, когда проделываете подальше, оно уже держится хорошо, и получается, его можно увеличительно на присоске сделать таким образом и смотреться уже в увеличительное стекло. Тоже как бы очень-очень интересное, да, зеркало. Приходит оно в такой упаковке, поэтому дарить его будет очень интересно. Артикул 910-333. Размер у него тоже очень удобный, не маленький, плоский, классный. Материал ABC пластик, стекло, нержавеющая сталь, LED-лампы. Элемент питания работает от батареек типа АА 4 штуки. В комплект поставки не входит. Номинальное напряжение 6 вольт, размер 17×22, дополнительное зеркало 7 сантиметров. Вот такая вот красота, и мне кажется, это просто суперский подарок, и я с удовольствием
такого закажу. Штучки 3-4. Знаете, для чего? Для того, чтобы, мало ли, незначительно там у кого-то дыре, я могу подарить парфюмерную воду, денежку, да, в красивый пакетик сложить. И вот это зеркало. Это будет нормальный, полноценный, классный подарочек. Ну, денежку я обычно кладу или 5000, или 1000 рублей, да. Но все равно, сколько бы вы ни дарили денег, деньги не тратятся быстро. И все. А подарок, он надолго остается. Дальше побежали. Вот этот триммер, я его просто боготворю, но недавно я его просто сломала в хлам. И, конечно, тесть мне его склеил. Ой, тесть, говорю, божечки ты мой, почему я это сказала? Свекр. Свекр мне его склеил, все нормально. Но сейчас вот это вот место я уронила. Ну, я так понимаю, что я несколько раз роняла. И вот это место, оно, по идее, открывается для чистки, но больше не закрепляется. Да, то есть тут можно открывать, все там внутри чистить, вот эти все волосики. А все хорошо. Я сама этим триммером пользуюсь, я сама им бреюсь. Он бреет не так, чтобы прям чисто-чисто, но мне нравится, потому что когда я начала проходить электродепиляцию аппаратом, который я ранее в обзорах вам показывала, там была проблема в чем? Проблема была в том, что нельзя делать депиляцию воском, да, и так далее, и только эпиляция, да, то есть он заряжается, вот эта штучка, нос убирать, из носа волосы убирать, да. Также зарядка у него идет такая вот, не на батарейках, что тоже хорошо, зарядил, взял с собой, хватает на очень много дней. И еще дополнительно такая вот насадочка, да, то есть тут две насадки, и он действительно классный. На подарок он тоже классно очень подойдет, тоже суперский. И, в принципе, я им пользуюсь всегда. Когда он мне нужен, пользуюсь им всегда. Для бритья он для мужчин, ну, как таковой не подойдет, потому что он не совсем под ноль бреет, даже если убрать насадочку. Но вещь действительно классная. Действительно, бережное удаление нежелательных волосков в носовой области, эффективное и безопасное удаление волос в ушах и коррекция формы усов, бакенбардов, бороды. Но им пользуюсь в основном я. Муж у меня любит бритву. У него нет бакенбардов, бороды, а вот мне он безумно, прямо безумно подошел. Артикул 118.06. Классная штука. 118.06. Обязательно заказывайте для своих мужчин или для себя любимых. Им очень классно бриться везде. Везде. Даже интимные зоны, подмышки, ноги. Вот так вот, да. Чуть-чуть, конечно, остается вот эта вот небольшая тиночка, да. Но она мне нужна для того, чтобы... Ну, в общем, он идеален сейчас для меня. Она мне нужна для того, чтобы провести фотоэпиляцию. Я заказала фотоэпилятор на 300 вспышек домой себе. Маленький такой. И сейчас вот борюсь с волосками таким образом. Что-то как-то эффект не особо хороший. Но это не в триммере дело, а в фотоэпиляторе. Может быть, я ошиблась с ним. Но вот этот триммер просто обалденный. Конечно, я была очень расстроена, что он упал. Потому что, ну, вот таких удобных, ну, навряд ли в магазине можно вот так с первого раза найти. И тут я захожу на сайт, и он есть. И я, заказала. Потом думаю, надо было заказать штук 5. Лежите, они хлеба не просят. А вещь такая классная, что прям супер-супер. Дальше, значит, вот такие брелочки. Значит, артикул 910-373. У меня их уже разобрали, уже поделили. Размер 5,5 на 5 сантиметров. Значит, это у нас Арчи. Собачка Арчи. Тут логотипчик Love или Moments. Смотрите, какой он зеркальный, даже отражение видно. И он такой, знаете, тяжеленький, из металла и очень крепкое, классное кольцо. То есть, ну, прям все идеально, видите сами, да? То есть хорош. Арчи хорош. А вот это вот у меня забрала уже старшая дочка, Катюшка. Да, артикул 910-372. Этого красавчика зовут Байт. Байт. Да, такой... На шпагате. Ну, прикольно для ключиков. Подарочек подарить и детям, и взрослым будет прикольно. Такой вот байт. Да, и не забывайте, 50 рублей с покупки отходит приютом. Вот это самое суперское. Это классно, что компания это организовала. Сейчас, как бы, очень, конечно, ситуация непростая. И понятно, что у приютов мало денег, да, мало денег. И им, конечно, тоже собаки кушать хотят, чтобы не было, да, чтобы не происходило. Собачки не виноваты, что их когда-то приручили, может быть, бросили, а потом мы нарожали кучу малышей на улице. В общем, приюты молодцы. Артикул 910-371, тоже 5,5 на 5,5 сантиметра. Тоже классные брелочки. Дальше, артикул 910-369, это магнитные закладки. Магнитные закладки, это вообще моя страсть. Но... Давайте тут посмотрим. То есть это на картонке. То есть их классно будет кому-то дарить. Классно будет для себя. Ну, представляете, такой довольный песель будет вам улыбаться на закладке. Ну, прикольно, прикольно. Прикольно, классно. Новенькие такие, хорошенькие. Ну, красота, мне нравится. И такое, кстати, можно тоже на подарочки сунуть людям. Особенно, кто любит читать. Это ми-ми-ми-ми-ми-ми. Да, вот даже если взять наш новый каталог Faberlic. Тут, кстати...
Сейчас я вам покажу новиночки. Вся тут коллекция. Кстати, вот этой шляпки нет наличия, пока не могу заказать. Это новинка прошлого каталога. А все вот эти тарелочки, они все тут. Классные, клевые, очень симпатичные. Плед тоже классный. Ну, минус 20% скидки, не забывайте. Но сейчас цены не актуальны. Я вам показываю модельки. Я вам показываю модельки, но, к сожалению, по ценам не проконсультирую. И, значит, вот новые кроссовки тоже буду примерять. Они мне уже все пришли. И вот такие новые прикиды. Прикольно, да? Мне вот это платье почему-то очень хочется. Очень хочется это платье. Посмотреть, как оно будет на мне. А вот это я почему-то не хочу. Но я закажу примерить, потому что иногда бывает, что-то не хочется. А на самом деле потом получается, что классно. Смотрите, как здорово такие вот купальнички у нас идут. Да? Классные купальнички. Вот этот черный прям мой. Я обожаю такое. Лишь бы там была грудь, куда мою сложить. Вот бежевый такой купальничек есть. Да, ну, красота. Блузка, туника есть. В общем, здорово. Все в таком леопардовом вот оттенке. Красиво, да? Очень красиво. Ну, если хотите, я вам сниму каталог отдельно. Сниму и выпущу его. Классно. Леопардовые купальники. Ну, на стройных фигурах классно смотрится. Надо смотреться. Надо подумать, как вот на 52 размере, да? Вот это да. И вот если зацепить, получается, толстый слой, да? Зацепить толстый слой, допустим, 3-5 страниц. Оно будет держать хорошо. Видите? Классно делать закладки в книжке. Прям супер. Я прям в восторге от этой штучки. Так, называла ли я артикул 910-369, размер 6×37. Материал бумага магнит. Очень разношерстный товар. Faberlic Sport у нас пополнился такой вот прикольной штучкой. Я ее уже попробовала помассировать все кругом, все везде. И я вам могу сказать, что это жесткая штукенция. Гиперемия сразу вылазит. В общем-то, да. И когда вы массируете, посмотрите, прям точки остаются сразу же, да. То есть тело начинает действительно краснеть, и прям массаж так массаж, я бы сказала. Особенно по спине, очень приятно по спине, прям супер. Я делаю вот, сделала вот так мужу вдоль позвоночника, вот этими двумя штучками, да, вот позвоночник посередине и вот эти мышцы с боков. Я ему вот так вот покатала, он просто с такой кайф словил, он захотел еще и еще. Серьезно вам говорю, вообще штука классная, не только антицеллюлитная, но еще и вдоль позвоночника просто бомба, вот как раз тот вот самый размер, и я то так покручу, то вот так ему поделаю, да, чтобы мышцы по бокам тоже немножко поработали, ну, прикольно, конечно. Артикул 910-394, он идет как, получается, улучшает циркуляцию крови, нормализует обмен веществ, то есть можно что-то антицеллюлитное, да, намазать и раскатывать по антицеллюлитному крему. Снимает усталость, болевые ощущения в мышцах, оказывает антицеллюлитный эффект. То есть, ну, штука шикарная. Размер идет 41 сантиметр. Получается, у него длина 41 сантиметр. Массажные ролики 5,5 сантиметров. Шикарные такие упругие, классные, сделаны здорово. Не знаю, насколько моей фантазии хватит, но мыть его тоже будет очень удобно. Не знаю, можно ли такое чудо в посудомойку. Я думаю, нельзя. Покажу вам карандаши. Карандашей в наличии особо никаких не было, и я заказала всего лишь 3 карандаша. Автоматический карандаш для глаз, получается артикул 58-24. Автоматический карандаш для губ, артикул 40-932. Давайте же будем смотреть, что в нем автоматического. А, ну он вот так вот выдвигается. Понятно все. Да, то есть вот такой вот он. Давайте будем пробовать его. Автоматический карандаш для губ. Ну, цвет такой. Кстати, цвет очень хорошо передается. Спасибо, моя дорогая камера. Угу. Угу. Отлично, просто отлично. Автоматический карандаш для губ. Артикул 40-930. Я не смогла заказать карандаши все. Их не было просто в наличии пока что. Поэтому вот так вот. Очень светлый. Ага, дальше. Автоматический карандаш для глаз. Для глаз. То есть это вот два для губ, а это для глаз. 58-24. Такой вот коричневый приятный оттенок. Угу. Ну, вот такие вот карандаши.
Была распродажа, я себе взяла гель для умывания для проблемной кожи. Он действительно прекрасно очищает кожу от загрязнений благодаря мягким очищающим компонентам и экстрактам из морских водорослей. Наносить легкими круговыми движениями на увлажненную кожу лица, тщательно смыть водой. Он, знаете, такой прямо слизенький, интересненький. Он очень хорошо работает и его на очень долго хватает, прям на очень долго. Запах у него какой-то, знаете, такой не очень приятный ментоловый, но он мне понравился. Артикул 1508. Кстати, вот это вот очень сильно холодит еще. Вот эта вот умывалочка, она очень сильно прохладная, прям такая, лицо прям холодит. Сухой шампунь для темных волос. У нас с вами появился артикул 2870. Да, то есть, видите, немножечко он идет с таким вот как оттеночком слегка. Да, поэтому это классно, классно, потому что некоторые брюнетки жаловались на то, что у них остается белый налет. Ну вот компания услышала, запах очень сладкий, очень яркий, прямо вообще. Жидкое мыло с хлордексидином, антибактериальный эффект, артикул 2717. Заказываю не первый раз, вы знаете, густое, долгоиграющее, хватает надолго, кожу не сушит. Идет 200 мл, оно обеспечивает чистоту рук, не пересушивает, да, все так и есть, и оставляет на ней легкий цветочный аромат. Вот аромат до такой степени легкий, что он практически не чувствуется, скажу вам честно. Далее, вот такая вот обалденная новинка. Это рефрешер для одежды и тканей. Я очень удивилась, когда его заказывала. Запах у него цветочный бриз. То есть у него, я его уже открывала, да, то есть он такой вот легкий. Распыление идет прям обалденное, я думаю. И аромат еле-еле уловимый, какой-то такой вот приятной свежести, цветочный бриз. Ну да, цветочный бриз больше, конечно, чистотой какой-то отдает, а не цветочным бризом, какой-то, вы знаете, такой легкой чистотой. Артикул 302.88. Он освежает, восстанавливает гладкость одежды и тканей, быстро и эффективно устраняет с волокон неприятные запахи от пота, табака, затхлости, типичные кухонные ароматы после приготовления пищи, предотвращает необходимость частой освежающей стирки почти еще чистой одежды после 1-2 дней носки. Помогает моментально разгладить заломы. Вот это тоже прикольно. У нас есть спрей для разглаживания, а тут прям все в одном. Помогает разгладить заломы, замятости на легких и неплотных тканях без использования утюга. Идеальный помощник, когда нет возможности погладить, особенно рекомендован для ухода за рубашками, блузками, школьной формой, футболками и платьями, шторами, гординами, трудно поддающимися стирке тканевым поверхностям, пледом, мебельным обивкам, матрасам, коврам, постельным бельем, спортивными сумками. Ну, вообще круто, ребят. Отлично подходит для освежения чистых вещей, которые долго хранятся в шкафу. Ну да, да, кстати, бывает же такое, да. Более 1000 распылений в одном флаконе. Легкий гипоаллергенный аромат. Ну что ж, будем пробовать. Будем пробовать. Смотреть, посмотрим, что там у нас в пустышках мы нашлепаем, да, напшикаем. Вот, очень интересно. У нас появляются такие вот массажеры для лица. Это очень полезная штука для лица и для тела. Первый вакуумный массажер у нас получается артикул 910-360. Ну, смотря как вы захватите. Может быть, конечно, и очень больно. Может быть, можно и легонечко захватить. Они очень такие упругие. Господи, как эспандер, слушайте, очень сложно с ними будет работать, в плане того, что действительно они очень гладкие такие, захватывают хорошо, а сложно, потому что тяжело вот так вот надавливаются. Их лучше всего делать с маслом, да, лучше всего делать с маслом, очень хорошо прорабатывать мышцы спины или места, где есть целлюлит, да, то есть прям очень хорошие упругие, качественные, прям супер, да, в наборе две штуки, одна 4,5, другая 3,5 сантиметра, артикул 910-360. Следующее идет для лица, артикул 910-359. Вот им, дорогие мои, как можно испортить лицо, чтобы оно поплыло, да, так можно и сделать его очень молодым. Поэтому строго по массажным линиям пользуйтесь этой штучкой. Прямо строго. Защипывается, держится хорошо.
Да, то есть. И с кремом будет отлично ездить, да, по коже. Ну вот я сейчас без крема, ну такие себе ощущения, не особо хорошие. Конечно, крем или масло тут самый главный помощник вот этого дела. Ну все понимают, как это полезно. Далее такая вот интересная штучка, тоже новинка, артикул 910-357. Это получается двухсторонняя щетка для умывания, материал ABC пластик, микрофибра, размер 7 на 7 сантиметров. Ну что ж, давайте открывать. Подойдет как подарок, потому что штучка реально прикольная. Значит, тут вот закрывашечка. И вот это... Да, я думаю, вы слышите. Это очень густая какая-то вот умывалочка. А это... Такая вот резиновая штукенция, чтобы ей умываться. У нас что-то вот наподобие вот этого было, но два в одном, я думаю, прикольно. И прикольно еще то, что тут есть дырочки в закрывашке, и вы, допустим, умылись, ага, вы, допустим, умылись, надели, и она у вас не заплесневает, но можно брать с собой в дорогу из этой крышечки. Просто супер. Да, то есть сырая, она у вас не испортится, циркуляция воздуха будет. Просто великолепно. Как обычно, биокапсулы для посудомоечной машины, я без них жить не могу. Да, это классные биокапсулы, биоразлагаемые, экологически чистые, не наносят вреда окружающей среде. Артикул 109.02, тут 20 штучек. Это сумочка, кстати, очень удобно для тех, кто путешествует. Лично для меня очень удобно. Артикул 910.358, называется органайзер для сумки. Материал полиэстер, размер 29 на 17,5. Вот такая вот классная штукенция. Значит, сумочка идет с ручками. Но она тут еще и закрывается, застегивается, да, ее, то есть ее можно тут застегнуть, пристегнуть. То есть вот это все можно сделать на кнопочки. Вот оно, видите, застегивается со всех сторон. То есть это такой многофункциональный органайзер, я бы вам сказала. Очень удобный, то есть взял с собой все в одном месте, да, допустим, и уже здорово получается. Ну вот давайте возьмем вот этот вот тоник наш новый. Смотрите, как классно. Сюда войдут и ватные диски, и тоник, и все великолепно входит. То же самое, допустим, уходовое средство для солнцезащитки. Тоже великолепно. Вот тут эта сумочка, она получается идет открытая. Угу. Но тут есть такие вот закрывашки. Значит, вот раз кармашек, два кармашек. И вот тут сверху нету ничего, да, чтобы вы могли застегнуть. Не очень такой удобный момент. Потом 3-4 кармашек, 5-6 кармашек, сеточка. И с этой стороны тут куча различных кармашков. То есть вот прям и застегивается. А нет, не застегивается, а два таких вот кармашка. То есть это такая вещь, которую вы носите, но носите только таким образом, да, то есть кладете в сумочку, у вас все в одном месте, но практически ничего не застегивается. Такое ощущение, что не хватает, знаете, чего-то вот такого, чтобы это все застегнулось. Но удобно, удобно, классно, здорово прям. Мне такая вещь понравилась. Переводки для тела, да, татуировки переводные. Артикул 710-30, но это у меня Викуся. Это у меня Викуся уже балуется. В серии спорт появляется эспандер универсальный, материал латекс, полиэстер, эва, пп, размер 146 сантиметров, сопротивление 15 килограмм. Да, для неподготовленных на следующий день все будет болеть. Так, ну тут все регулируется. И вот, ой, какой сильнющий эспандер. Ну, ребят, обычный эспандер, просто крепкий, хороший, качественный обычный эспандер. То есть качать ноги, руки, там все, что хотите делать. Пресс, да, то есть за ноги загнули, и уже пресс хуже делается, ну, в смысле сложнее. Новая версия водички Portujour, 50 миллилитров она идет. Получается очень классная у нее тут аннотация. Тут она была заклеена, но я уже расклеила, распечатала, я же не могу, прям мне не терпится. Я очень люблю такие вот красиво оформленные парфюмерные воды, потому что их и дарить-то классно, понимаете. Это духи для жизни.
женщин, группа «Экстра». Парфюмерная композиция разработана и изготовлена во Франции эксклюзивно для Faberlic. Это новый свадебный аромат. Не новый, а точно такой же, как и был, только в новом оформлении. Артикул 33-21. То есть открываем. А тут такая вот красота. Очень такая, как из-под телефона, плотная, классная коробка, как из-под Самсунга, с которого я снимаю, да. Вот так оно выглядит, да, водичка как будто на пьедестале, ее достаете. То есть вот такая вот упаковочка и очень красивое оформление, прям суперское. Шикарно такие тут голубки, да, это можно использовать даже как статуэтку отдельно, очень красиво. И вода с таким же самым ароматом, с каким и была вот эта вот искристая нежность, я бы так сказала. Нежность, свежесть, ощущение чего-то классного, хорошего. Ну и такой вот вкладыш, очень красивый тут. И на нескольких языках написано, что, дорогие друзья, у вас в руках особенный аромат. Он был создан французским парфюмером специально ко дню нашей свадьбы. Мы думали, какой подарок сделать гостям, чтобы у них осталась память об этом счастливом для нас событии, и решили, что лучше всего сохранить настроение праздника свадебный аромат. Аромат так понравился нашим родным и друзьям, что по их просьбе и при поддержке специалистов Faberlic мы выпустили аромат Pour Toujours, чтобы со всеми поделиться атмосферой нашего праздника. И теперь и вы гости на нашей свадьбе. Будьте счастливы, любите и будьте любимы. С уважением, Алексей и Елена Нечаевы. Представляете, какая романтическая история. Как много этот аромат значит для компании Faberlic. Просто шикарно. Ну да, нежная такая, легкая искристость. Мне нравится этот аромат. Далее губка с мылом. Если честно, я не очень такую губку люблю, но что поделаешь. Заказала на обзор. Она приходит в таком вот пакете шабаршашном. Ну, это наш семейный прикол, шабаршашный пакет. Вот, искажаем специально слова. Артикул 910-335. Значит, получается мочалка с кусочками мыла апельсинового меренга. Пахнет довольно-таки прикольно. Вот, нормально, но она не супер прям мылится. Я ее даже не пробовала, да, то есть это как новинка выпущена. Но до этого пробовала предыдущие такие же вот с мылом, да, их тут много, да. Вот видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть шариков, семь. Ну, ее действительно удобно брать с собой, потому что она уже с мылом, и она мылится. Но дома как бы эта вещь не особо-то так вот полезна, потому что шарики заканчиваются, и потом мы просто пользуемся как обычной губкой. И когда я ее под душ помещаю, то вот так вот жамкаю, 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 она наконец-то, ну, долго, да, это не гель для душа, конечно, эти шарики, это мыло. Она соблаговолит размылиться, вот вы и мылитесь, и там вот такое вот обычное ароматное мыло, приятное, прикольное. Ну, в общем-то, ничего особенного, но вот кто с собой берет дорогу, любит чем-то мыться, то тут уже вот в составе куча таких вот шариков в этой губке, и они долго, реально долго не измыливаются. Какое-то тут мыло особенное или что, я не понимаю. Запах очень приятный, из упаковки достала, нет ничего такого вот, чтобы там фу, химозно или еще что-то, нет. Запах такой нежненький, приятненький, но довольно ярковатый, нежный, яркий аромат, вот я бы его так описала, действительно, вот какой-то молочный апельсин, что ли, что-то типа этого. Вышла новая помада, впервые тоже вот при вас ее открываю, держу в руках, не знаю, какие у меня будут впечатления. Так, первый слой отпал. Ну, тут можно, кстати, загуглить для вас состав, для любителей состава. Вот, пожалуйста, посмотрите, так как это новинка. Долго-долго все показываю, зато вам будет интересно потом, да, посмотреть. Значит, запакована она таким образом, для того, чтобы все видели, что никто до вас это не открывал, поэтому все заклеено, да. Значит, бальзам для губ SPF 10. Лето, артикул 2980. Вы знаете, на цвет абсолютно такой же, как и предыдущий. И консистенция тоже абсолютно такая же, как и предыдущий. Прям не чувствую, что он чем-то отличается. Он очень мягкий, видите? Он очень мягкий и прямо жирный-жирный такой. Буду показать вам.
губы увлажняет великолепно. И когда я его с собой беру в отпуск, у мужа часто бывает такое, что губы начинают ветрить из-за смены климата, когда проходит акклиматизация. И у меня точно такое же бывает. И вот один раз вы его нанесете, и все. Про акклиматизацию с губами можно забыть. Он действительно был крутым и таким же и остался. Да, вот он, видите, такой вот густенький, прям показываю вам, да, очень подробно, чтобы вы поняли, что да, новинки у нас классные, суперские. Вот какие-то два сладко-кисленьких на мой вкус вот эти вот ароматы, прикольные, да, вот этот больше сластинки, в этом больше кислинки, да, такие вот 34031 и 34028. Ну, прикольные, приятные. Мне очень они понравились. Хочу полноценную же версию попробовать. Поэтому жду полноценную версию в пробнике. Прям мне захотелось купить обе воды. Мужу заказали большой объем шампуня и геля для душа. Но он его использует только как гель для душа. Он такой, получается, прозрачный, очень густой. Безумно классно пахнет S8, да, такой вот густой. Ой, ну приятно, приятно, конечно, очень. Далее, значит, у него артикул 13-12. Это большая версия шампуня. 400 миллилитров, ребята. Геля для душа и шампуня. Муж им пользуется только как гель для душа. Как шампунь ему не подходит, у него начинается перхоть, к сожалению. Вот. Далее, шампунь против перхоти с перитионом, цинка, зеленый чай, контроль над жирностью. Вот это его фаворит. Вот это вот его must have. Да, такой вот. Густенький беленький шампунчик, нежный, легкий, невесомый аромат зеленого чая, больше, наверное, даже какой-то свежести. Артикул 13.03, он предназначен как для профилактики, так и для эффективной борьбы с перхотью. Формула на основе перитиона, цинка и высокоактивных компонентов, обеспечивает видимый результат уже после первого применения. Действительно, мужу понравился из всего No Snow именно вот этот. Он просто бомба. И в продуктовом нашем чате, в котором уже около 5000, наверное, человек, там девчонки часто советуют именно этот шампунь от перхоти для мужчин. И рассказывают, что их мужчины именно вот этим шампунем пользуются. Поэтому это выбор не только моему мужа, но и многих-многих мужчин. И тут еще, видите, есть вот этот перитион цинка. Он обладает выраженным противоперхотным свойством, снимает дискомфортное ощущения, успокаивает кожу головы, улучшая ее состояние. Также он корректирует баланс микрофлоры кожи головы, а зеленый чай способствует контролю над жирностью и подходит для ежедневного применения. Муж мне часто моет голову, 200 мл идет. Хорошо, кстати, пенится, нормально, долгоиграющий, на очень долго хватает. Я долго думала, как представить далее, и решила потестировать, а потом уже рассказать вот про эту вот линеечку. Честно сказать, понимаю, как без тестирования можно рассказать что-то о продукте. Запах очень приятный, консистенция тоже классная. Ну вот, например, вот этот крем, который увлажняющий ночной крем для лица, мне ужасно понравился в плане того, что он, знаете, вроде бы плотный, но легкий и хорошо очень впитывается. И он не скатывается, и он, видите, как мазь, значит, он не скатается. То есть он такой вот идет консистенции. Запах действительно практически отсутствует, что очень-очень приятно. И эта вся линейка называется Гиалуроника. Вот, она представлена как, получается, увлажняющий ночной крем для лица, артикул 28-22. Далее, значит, это у нас идет мицеллярная вода, эффективно очищает кожу и бережно удаляет макияж с лица, глаз и губ благодаря мицеллам, которые притягивают макияж и загрязнение как магнит. Гиалуроновая кислота способствует увлажнению кожи. Значит, он идет 270 мл, артикул 28-19, такой большой тяжелый тюбик. Увлажняющий дневной крем для лица 28-17. Увлажняющий крем для век. Легкий крем предотвращает преждевременное старение кожи. 28-18. Это гидроконцентрат для лица, 1,5% гиалурона. В нем содержится увлажняющее средство, стающие гелевые текстуры, содержит 1,5% гиалурона, который эффективно увлажняет, обеспечивает мгновенный лифтинг эффект, придает коже свежий вид. Вот, поэтому я хочу это все протестировать и возьму это все с собой в поездку. Да, я уже потестировала, честно вам скажу. Ощущения первые очень приятные, прикольные, классные.
Запах хороший, не скатывается, но это все, что пока я могу сказать. Кожа моя, конечно, сказала спасибо, потому что, когда я пользуюсь все время новинками, то один компонент, то другой компонент, то третий компонент. И, конечно же, когда наш организм, да, любит и орешки, и мяско, и рыбку, и крупы, то и, понятно, наше лицо то же самое любит. А кто вот сидит на одной линейке все время, да, это тоже не есть good. Не есть хорошо, как говорится. Вот. Ну и наши средства я заказала прям все-все-при-все. Но пока что, ну вот как я их протестирую, вот скажите, да, Leta Kids, SPF 15, да, то есть вот эта вот новая линейка, пока я не могу это все дело протестировать ни на чем. Вот, потому что мы никуда ехать не собираемся, но как поедем, конечно же, возьмем с собой, обязательно расскажем. Поэтому я вот эту линейку не стала по-хорошему долго описывать много. Я ее сниму в следующем обзоре, сниму всю консистенцию, но не знаю, как ее представить, к сожалению, потому что очень много о ней отличных, классных отзывов. Просто поменялась упаковка, а состав остался прежним, как пишет компания Faberlic. Вот пришел такой блендер, но я его покажу вам в следующем обзоре. Хорошо, мои хорошие? Прям в следующем, потому что обзор будет очень длинный. Итак, значит, вот одежда, которая пришла. Значит, первая трикотажная фуфайка с коротким рукавом. Артикул 533-714, размер 140, 100% хлопок. Классная, суперская. Вот такой вот тут песик. Сверху все покрашено, антирастяжка, все идеально, великолепно. Следующая, Lovely Moments, трикотажная фуфайка с коротким рукавом, артикул 533-732, размер 140, 100% хлопок. Тоже точно-точно такая же, как предыдущая, тоже есть антирастяжечка, все хорошо прошито, все великолепно. И тоже вот кармашек с пестиком. Это краска сверху. Краску, вот сколько бы я ни натягивала, она даже не лупается. То есть, что-то такое вот качественное тут. Очень качественное. Тут немножечко другая красочка, немножечко другое покрытие. Но тоже состав 100% хлопок. Артикул 533-723. Трикотажная фуфайка с коротким рукавом. Для женщины. Вот смотрите, да? Как классно. Да, где-то у нас такая же кружка была, такая же наклейка была. То есть у ребенка будет повод поиграть, да, во все одинаково. Это тоже приятненько. Можно сделать фотосессию. Тоже, кстати, будет очень классно. Цвет молочный, ну, прям белый. Это последняя, да. Трикотажная фуфайка с коротким рукавом. Артикул 533-741, размер 140, 100% хлопок. Тут такой вот чудо выглядывает, да? Ну, классно сделали, заморочились, конечно, с дизайном, очень оригинально, нигде раньше такого не видела и нигде раньше такого не встречала. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Кононова Анна, проект Faberlic Online, до встречи с вами в новых видео!